Привет, мои волшебные! У нас рубрика «Макияж, одна балетка», и мы переходим к третьей красоточке. До этого у нас была только база, и сейчас я покажу вам яркую, насыщенную, с невероятно красивыми сияшками палетку от бренда Эвелин. Посмотрите, какая красивая упаковка и яркие, сочные цвета. На лето, мне кажется, то, что нужно. В комплекте идет кисточка из синтетического ворса. Плоской частью можно наносить плотно в уголочек, например, или пририсовывать стрелочку нижнее веко. Эта кисточка не совсем не подошла, но для дорожного варианта, за неимением каких-то других кистей, ей вполне можно пририсовать складку века. Я возьму вот этот оттенок, небрежно прорисовываю складочку, чтобы добавить объем глазу. Плоской кистью прорисуем нижнее веко. Палетка пылит, но это частое явление. Я не могу никак отделываться от того, насколько он превосходный. Века как будто бы влажен. Оттенок комет. Надеюсь, я правильно его произношу. Набираю плоской кисточкой и наношу в уголочек. Кажется, что он добавляет прям интересности, свежести макияжу. Цвет мне 13 лет. Базовым оттенком добавляю немножко контура губам. Прикольный способ объединить весь макияж. Дублируем и тени, и влажный эффект на губы, такой же, как на глаза. За счет нанесения теней на контур губ, они практически незаметны, потому что мы рисовали им складку. Это такой естественный натуральный цвет и выглядит, как будто бы мои губы просто очень пухлые. Красивая палеточка. Обещаю, что в этой рубрике мы используем все цвета, даже если это будет один мейк со всеми цветами, такая у меня судьба. Вот, я очень люблю цвета, поэтому это вызов даже мне, и надеюсь, что вам будет интересно за этим наблюдать. Всем пока!